ЖКХ меняется. От Минстроя Ивановская специализированная автобаза жилищного хозяйства получила 4 новые машины. Как предприятие готовится к зиме, оценил мэр Алексей Хохлов. Еще несколькими неделями раньше у градоначальника были серьезные претензии к работе автобазы. В профилактических целях пришлось даже уволить начальника. То, что я увидел, оно никак не устраивало. Техника была просто-напросто не готова, не укомплектованы штаты. Ну, пришлось принять жесткие решения, заменили руководителя. Ну и вот сейчас можно быть уверенным в том, что за оставшиеся несколько дней все будет доведено до конца. Техника отремонтирована, уже сейчас можно приступать к необходимым работам. Плюсом к имеющемуся парку 4 новые единицы. 2 КДМ зимой будут прометать и обрабатывать дороги областного центра песко-соляной смесью, а летом еще и мыть. А эти машины работают в паре и предназначены для очистки ливневок. Канал промывочный, то есть промывает каналы, то есть засоры, все. То есть канал промывочный используется, там идет шланг под давлением, который размывает препятствия перед собой и лезет дальше, как уж. Вот. А илосос, он отсасывает вот эту грязь, собирает все, что промоет канал промывочный, забирает себя и вывозит потом на место разгрузки. И лососной, и каналопромывочной машины в арсенале муниципальной автобазы не было. Для обслуживания ливневой канализации арендовали транспорт из других регионов. Тратили деньги. Теперь все свое. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.